Всем привет, ребята, с вами Виталий Зеленый. Мы вот собрались с пациками, как всегда все. Приехал Леха с Харькова, он учится в Харькове. И мы вчера с Лехой гуляли там, стояли, ну, пивко пили на остановке. Как всегда. Не алкаш. За встречу можно. И Леха говорит, представьте, говорит, я в детстве, говорит, лазил на крышу и пил там рево и бухал пиво. Я говорю, Леха, на какую крышу? Он говорит, ну вот на вот эту вот, мы сейчас идем на нее. Мы сейчас попробуем залезть на крышу в центре нашего города. Ну, у нас городок небольшой. Типа, знаете, такой будет мини-руф. Попробовать хоть себя в руфе. Я боюсь высоты. Пацаны, вы боитесь высоты? Очень. Ты боишься высоты? Нет. Леха, а ты боишься высоты? Привет. Боишься? Да, все боятся, я думаю. Ну да. То есть, я боюсь упасть. Да, и у нас задумка сейчас залезть на крышу. Ну, ребята, мы не руферы. Нам это страшно очень делать. Ну, типа, Фома руфер, посмотри, да? Смотри на Фому, Фома ни хрена не боится. Фоме вообще привет, пофиг. Привет. Фома. Ух ты, блядь. Чуть не упал. В общем, задумка этого видео залезть, почувствовать чуть-чуть экстрима, залезть на крышу и показать вам наш город с высоты, то есть с крыши. Ну, сейчас посмотрим. Я сейчас так демонстративно иду снимаю, люди сейчас уже, наверное, подозревают нас, что мы тут собрались что-то неадекватное делать, да? Ваня вообще неадекватный. Фома, погода, ты не по погоде оделся. Да, у нас, если что, сильно очень похолодало, и на крыше сейчас будет очень холодно. Все, руф начался. О, дверь открыта, это уже радует. Подождите меня, главного руфера. Это жестко. Ребят, да, если что, ну, здание невысокое, ну, пятиэтажка, но это у нас только и пятиэтажки в городе. Фух, что-то я уже устал. Пошли, брат. Шо, Лёша? Всем пока, ребята. Там замок. В смысле? Может, там обманка? Мы на крыше, почти. Ну дай. Все, ребята, мы на крыше. Там была обманка, там замок обманка. Ваня. Фух. Где Фома? Фома убежал? Он на другой крыше. Надо будет закрыть за собой. Ребята, сейчас увидим весь наш городок, ну, можно сказать, центр. Фома очень большой, он может провалиться к соседям. Тихо, тихо. Фома, закрывай тихонько. Тихо, давай, подымем. Подымем. Что, куда дальше, Леха? Туда? На север. На север. Вообще на север. Чердак, ничего не капец, понимаю. Капец здесь непонятно как-то. А ну, вообще выглянем. Ё-моё. У-у-у, прикольно. Слышите? Здесь тепло, здесь пивко можно пить. О! Чё, ты, бля? Лёха, ты нашёл выход на улицу? На крышу. А ну, Ванёк, возьми камеру. Опачки. Вот туда пошли. Красота. Капец, прикольно. Сейчас, наверное, первый раз вот это так вылазим. Ух ты, блин. Тихоные барвы-то кому-то, ебать. Я чуть вообще. Я чуть провод, ребята, я чуть провод не оторвал кому-то. Вот висит провод, я чуть через него не перецепился. Извините, ребята, чья это антенна, если что. Капец, здесь прикольно. Что это за хрень? А если мусора побачить, нам что-то будет?
Леха. Что ты такой вообще к краю подошел? Серьезно. Пошли в ту сторону посмотрим. Пошли. Что, кому-то надо антенна параболическая? Тебе не надо домой? Да я уже хватал вчера. Вон, кстати, церковь видно. Ту, которую строят. Прикольно. Блин, ну, конечно, холодно. Вот весь наш город. Вот, смотрите. Дома, дома, дома. Там идут села. Красота. Да, и вот еще дома идут. За нами, ребята, не повторяйте. Это опасно. Не лезьте на эту крышу и на другие не лазьте тоже. Мы уже взрослые, мы сами можем головой думать. И не лазьте. Не повторяйте за нами, да, Леха? Никогда. Повторять потому нельзя. Потому что мой друг упал раньше. Да? И что с ним случилось? Его не было. В смысле не было? Ну, да, этот друг жестоко воображаемый. Воображаемый? Ух ты, ё-моё! Да? Вот это вот запреточка, ребята. Смотрите. Осторожно, козырёк там. Я близко подходить не буду. Посмотрите, как опасно. Здесь можно реально перепрыгнуть, слышишь? Перепрыгивать, бум! Посмотри туда. Я что-то боюсь. На низ посмотри. По такой погоде не хочу. Я тоже по такой погоде не хочу. Я боюсь даже к краю подходить. Я боюсь высоты, ребята. Я вам честно говорю. Ё-моё! Мне страшно. Реально страшно. Фома, как ощущения? Да холодно. Блин. Лёха, реально топово. Блин, мне нравится. Слушай, не, реально, вот реально перепрыгнуть. Да, там козырек, я туда подходить боюсь. Перепрыгнуть реально. Ну там вот смотрите, если вам видно, там получается вот козырек такой вот видно, вот такой не толстый. И как-то. Дебил! Ваня, тут шутки плохи, ты дурак. Давайте его столкнем, этого дебила. Давай, 10 тысяч лайков, Виталя прыгается, да? Не, я не буду, я боюсь. Ребята, смотрите, ну реально, ну был бы я Сергеем Трейсером, я бы перепрыгнул. Но так я, честно говоря, очкую. Страшно. Слышите, а хоть побегать по крыше, блин. Капец, у меня адреналин идет. По-моему, у тебя идет адреналин? А, ну да. А, нет. Не идет? Пацаны, у кого есть адреналин? Деньги! Мы нашли белое золото. Белое золото, ребята. Белое золото? Белое золото. Золотое золото. Может скинуть с крыши? А, нет, кому-то на голову упадет. Это опасно. Убьет еще тут. Убьет. С такой высоты скорость поднимет. Как метеорит кому-то на голову. Мне реально топово. Вот было пограждение, чтобы можно было к краю подходить. Мы реально... О, ребята, я Карсона нашел. Все, я сегодня не выйду. Че? Мамка не разрешает. Карсон. Карслиха? Малыш. А прикинь, если бы я был спайдерменом, я прозагнался и на ту крышу сейчас перепрыгнул очень легко. Вот так вот бегу. Шу. Вот так как ты человек, Рокло. А вот тут это центр наш, ребята. Вон там брусничка, супермаркеты, АТБ, все дела. Вот центр Солидара. Да, небольшой у нас городок. Но нам он очень нравится. Ссылка на городок в описании. Что мы несем? Если честно, херню. Да? Да. О, ветер пришел. Да, ребята, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на инстаграм Фомы. Ссылки я оставлю в описании. Мы сейчас сделаем здесь фоточки. И мы сюда куда-то когда лазим, где-то гуляем, где-то снимаем влоги, мы фоткаемся и вылажим в инстаграм. Ссылочки в описании. Ссылочка. Ссылка. Ваня, ты моя ссылочка. Поцелуй. Я не вывожу этого придурка. Поцелуй его. Драка на крыше. Тихо, вы, блин, я за вас очкаю. Дебилы, успокойтесь! Все! Я в домике! Вы реально дебилы, вы что? Покажи, на какой ты телефон будешь фоткаться. Нет. Почему? Покажи! То телевизор вообще-то. Покажи, покажи, покажи! Ну покажи! О, стой! А ну, отверни пока-нибудь камеру там, не знаю.
прием, прием, прием. Как меня слышно? На, да, крышу кроем. Антенну, да, спиздили. Не мы. Смотрите, какой топ. Дай по ногам. Смотрите, какой топ. Блять, бояки. Прыгай из крыши. Фома, все. Я боюсь за тебя. Все, Ваня, шутки плохи, харе. Хорош. Вот увидел кулак? Все! Я на жопу сяду. Не, ребят, я реально очкую. Когда Ваня подбегает, я лучше сажусь на жопу, чтобы он меня не столкнул. А то мало ли что у него в голове. Я шучу, конечно. Он шутит, но мало ли что. Что, реально столкнул бы меня? Да. Все, ребята, пофоткались мы. Я уже себе в Инстаграм прям с крыши сфоткался и залил фоточку в Инстаграм. Фома тоже сфоткался, он уже танцует. Он замерз, да, Фома? Да нет, я просто радый. Фотки? Фотка, класс. Фотка, классно. Ты сейчас дорадуешься с крыши, разбиваешься. Что, ребята, вы следите за порядком? Ну, вот там же. Леха, следи за порядком, ты надзиратель. Где да пиво? Знаешь, как это спасатели. Драка. Драка, драка, спасатели. Драка, и побежал. Я плащ дома забыл. Плащ, да. А ты без него не можешь летать? Ну, давай попробуем. Давай, давай. Пока. Этот. Блин. Спасатели. Все, ребята, погуляли мы, пофоткались на крыше. Давай, нагнись. Прикольно так получилось. Все. Сейчас будем спускаться. За нами не повторяйте, смотрите. Особенно местные, кто живет с Эльдарой, не лазьте, потому что это может закончиться фатально. Если что, мы на крыше ничего не сфоровали. Вот мы все с пустыми руками. Леха, покажи курточки. Ты ничего не взял? Там... Вот с крыши никакую антенну не взяли. Даже рук 50 не взяли. Да, да, и выкинули. Вот умевать мы выкинули. Все, вы там ничего не взяли, пацаны, не украли? Все. Чтобы никто не на нас не наваливал. Мы вот уходим сюда с пустыми. Ай! Да, здесь, конечно, бардак. Что вы там делаете? О, привет. Привет. А что там? Что вы тут делаете? Да ты что-то делаешь. Вас не видно вообще. Мы делаем просто. Просто делаем. Давай, секунду, блин. Давай слазь. Кто? Там. Давай быстрее, Ваня. Сосед. Вот ракову. На камеру. И камеру возьми. Да пошел в жопу. Да я возьму. Да я возьму. Убегаем от Лёхи. Лёх, что ты там делал? Мы тут тебя ждем, стоим. Ты там лазил. Черик искал. Какой? В детстве десятку заховал и не мог найти? Да, 75-го года. Я понял. Все, побежали. Ваня, ты не видел? Ты не видел, где он орёт, блин? Ваня, открывай! Да, постучай. Ваня! Дебил еще нас закрыл и держал только что. Все, вы чувствуете себя жесткими? Мы только что сделали это. Мы руферы. Руферы, настоящие. Неудачники. Нет, сегодня все удачно получилось. Это, да, это да. Это пятый этаж, это тебе не двух. Это тебе не двухэтажка. Да, сегодня, кстати, у нас все удачно получилось. Спонсор этого видео Алексей. Ссылка Алексей, в описании. Спасибо, спасибо, что вы нас сводили на эту крышу. Обращайтесь, не за что. Мне кажется, ты тут не перепрыгнул. Вот тут? А тут никто. Вот это мы только что вот здесь были и смотрели на эту крышу. И Леха предлагал вот тут перепрыгнуть.
Ну, блин, как-то не знаю. Мне кажется, вряд ли мы перепрыгнули. Ничто не истина, все дозволено. Да, может быть. Ух ты, блин, как похолодало. Вот так вот, ребята, вот мы теперь немножко руферы. Хоть и такая вот маленькая крыша, небольшая. Но я надеюсь, вы поставите все равно лайк. Подпишитесь на канал, если вы не подписаны. И обязательно напишите свой комментарий. И я опять повторюсь, никогда не залазьте никуда. Никогда. Никогда. Фу. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм. В директ пишите мне, в директ. Ты воняешь. И что тебе писать? Братан, я не знаю. Фома, я люблю тебя, не знаю. Все, окей. Подписывайтесь на Фома инстаграм, ссылка в описании. И пишите, Фома, я люблю тебя. С хэштегом. Дай камеру. Виталий обосрался. Качественный контент. Что это такое ты? Да я на крыше садился на жопу. Да? Братан, что? Пиво. Ребята, на этом моменте наше видео не заканчивается. Мы сейчас приобрели корма и едем кормить котяток. Помните, у меня в одном влоге было, где мы нашли зрытые котят. Вот сейчас мы туда поедем. Кошечек кормить. Кошечек. Котят. Кошечек. Фома чуть не съел их не корм. Кисок. Кисок кормить. Взяли вот такой корм. Я надеюсь, он вкусный. Ваня, будешь пробовать? Да. Серьезно? Опробуй, потому что ну мало ли. Да, пацаны, угощайтесь. Ты пиво ебать вообще-то. А ну, Ваня, пробуй. Серьезно? Яйца себе начал выливать. И как оно? Сейчас как вот козленок, знаете, попил, выплевывает. Знаете, как вот козленок попил из лужицы и... Не, блин. Козленочка, короче, превратился. Ваня в кота превратится. Вонючего, облезлого. Киску. Серьезно. В общем, ребята, сейчас мы поедем покормим котят и, ну, сделаем доброе дело. И вам того же советую. Делать добрые дела. Приехали, ребята, мы к месту назначения. Назначению. Опять покажу вам дорогу. Кто еще не был, может, кто не приходил еще котят кормить. Вот. Церковь. Вот дорога. Центр Солидара. Заезжаем сюда или заходим. Вот церковь проходим. Идем прямо вот туда. И там перекресточек направо и котята. Ребят, Фома мерзнет. Ему приходится заниматься боевыми искусствами. Показывай боевые искусства. Давай. Мужик. Покажи, покажи, Фома. Покажи какие-то трюки. Тогда сделай что-нибудь одно. Один раз. Нас уже котята встречают, я уже вижу котят. Делай трюк. На листочке? Давай. Удар от Фомы. Давай. Текай сейчас кроссовок. Давай, давай. Ух ты не... Ух ты не... Нифига себе. Киси. Мы вас кормить пришли. Пошли. Привет, братики. Привет, братик. Шашлык. Пошли, братик, кушать. Идешь кушать? Ты будешь кушать? Шашлыки. Леха, смотри, какие комочки Шашлыки. Шерсти. Иван, возьми погладь. Пошли есть. Пошли кушать. Кс-кс. Так, петушня малолетняя. Вот, видите. Ну, тех, кто видел влог, вот, здесь ихние кабушетки. Что-то у вас тут, братики, вообще хавать нету. До вас, наверное, давно никто не заходил. Сейчас. О, ты много. А ну, будут они такое хавать? Да, конечно. О, да. Залетает, да? Так, ты, а ты что щелкаешь? Да, да. А ну, вылей, Ваня, отсюда воду, пожалуйста. И кашу ту нафиг выброси. Переверни, переверни, переверни. Перевери. Что-то я по-грузински заговорил. Перевери. Ты, конечно, перевери. Братики, тут еще, смотрите. Все, я вам все высыпаю. Иди, девчонка. Кыс-кыс! Не пугайте котов. Иди он. Неадекваты. Я вас возьму пару штук. Фома голодный. Фома голодный. О, смотри, ты вообще... О, иди сюда, иди сюда. А это что-то не раздуплит. Блин, капец, он худенький. Хавай. О, еще один летит. Он сидит. Блин, иди сюда. Надо смотаться, бояться. Да, не бояться. Ребята,
Те, кто из нашего города, я уже показывал это место. Многие очень молодцы, приходили, кормили. Я не знаю, может, даже кого-то одного-двух забрали. Сейчас уже приближаются холода, уже очень холодно. Вот, мне вот нереально холодно. Представьте, каким тут. Скоро еще начнутся морозы, ребята. Те, кто с большим сердцем, те, кто может прийти пожалеть, накормить и, может быть, забрать в свой дом там или в квартиру, я не знаю. У меня просто сейчас нет возможности забрать. Если что, я тут, там, кто хочет забрать. Если, подожди, если у кого-то есть возможность, то есть прийти забрать хотя бы одного котенка, это будет круто, потому что кормить это одно, а им нужно тепло. Мне говорила женщина одна, что они здесь умирают, замерзают, когда морозы. А если вы придете, заберете и отмоете, потравите от блох, там все дела, я думаю, будет хороший домашний питомец. Да? Вам нравятся мои подгоны, братик? Нравится. А ты что не хаваешь? Потому что ты его поедешь. Сейчас я вам покажу, ребята, коморку ихнюю. Фома, иди сюда, то ты тут жил. Я там до сих пор живу. Иди сюда. Да не, брат. Да подойди. Я собирался дома сидеть. А, это Фомы дом. Там он один спит, отдыхает. Не знаю, видно вам или нет, вон. Ребята, попробуйте. Может быть, там кто из маленьких смотрит, с родителями поговорите, скажите, можно там одного котенка взять. Его от блох поотравить, от листов там покупать, и в принципе будет домашний питомец. Нафига тут породистый? В общем, ребята, я думаю, придете еще покормите, не забывайте. И давайте еще, может быть, кого-то заберем. Если заберете, опять же, пишите комментарии, кидайте в ВК. Я благодарю. Вставлю в видео. Так ощущение, что это твои кошки. Да ну мне жалко, блин, они умрут все. В морозы. Спасибо. Все, ребята, на этом моменте будем заканчивать наше видео. Такое вот оно у нас получилось. И руф был, и экстрим был, и благотворительность. Ну такое вот, три в одном. Давайте, ребята, если вам понравилось это видео, поставьте обязательно под это видео большой палец вверх, нажмите колокольчик, и вы будете в первую очередь видеть мои видео. И пишите свои комментарии, свои мнения, и обязательно подписывайтесь, если вы не подписаны. Давайте, ребята, до новых влогов, до новых встреч, всем пока. До свидули. Пока.